Брюки превращаются, превращаются брюки. Черт побери, все сломалось. Камера, мотор, работаем. Привет, друзья! Приветствую вас на канале Green City Bricks. В сегодняшнем видео мы посмотрим мою самоделку по фильму «Техасская резня бензопилой», а также я расскажу вам легкий способ, как построить крышу для вашего лего-дома. А перед началом выпуска минутка спонсора. А спонсор этого видео – интернет-магазин «Невабрик». Там вы можете найти редкие наборы лего, снятые из производства, а также уникальные кастомные наборы, мини-фигурки и аксессуары от известных мировых брендов, таких как Brickmania, Brick Arms, Citizen Brick, Kobe, а также совершенно уникальные кастомные фигурки с принтами от «Невабрик». Невабрик – один из лидеров в своем деле в России. Удобная оплата, быстрая отправка во все регионы, а также страны СНГ обычной почтой или курьерскими службами. Кстати, я сам недавно размещал заказ в магазине Невабрик и заказал вот такие вот фигурки красивые, посмотрите. Я сильно сомневаюсь, что на моем канале много таких людей, кто знает сериал или фильм, откуда эти фигурки. Но если такие есть, напишите об этом в комментариях. Вы можете заодно также лайк поставить и подписаться. Ну, это, впрочем, не обязательно, по желанию. Кстати, фигурки эти от компании Citizen Brick, это американская компания. И на данный момент в Россию они не отправляют свои товары. Поэтому единственный шанс приобрести только в магазине Невабрик. У них что-то там еще осталось из этого бренда, ну и достаточно много, так что... Заходите, смотрите по ссылке внизу в описании. Итак, друзья, давайте, собственно, перейдем к самой самоделке. Сразу скажу, что надо рассматривать эту самоделку не как отдельную самоделку, как многие делают на выставке или для красивой фотографии, а моя самоделка – это исключительно самоделка, декорация для моего мультфильма «Кожаное лицо», который недавно вышел на моем канале, и я уверен, вы все его посмотрели. Так вот, что это значит? Это значит то, что красиво здесь сделана только лицевая часть, а боковые стороны, задняя сторона, ну, они выглядят некрасиво. Я, скорее всего, прикреплю дополнительные фотографии, посмотрите. Вот. Почему так? Ответ банальный, потому что нехватка деталей. Банальная нехватка деталей, нет деталей, чтобы построить красиво со всех сторон. Да и к тому же зачем, потому что, когда ты снимаешь мультфильм, ты можешь поставить так, выстроить так кадр, чтобы попадала только красивая сторона, а остальное было незаметно. Собственно, поэтому так и сделано. Вообще, при сборке этого дома я ориентировался на дом из классического фильма «Техасская резня бензопилой» 1974 года. Если кто не знаком с данным фильмом, то советую смотреть именно его. Ну, возможно, еще ремейк 2003 года. Вообще, в франшизе, наверное, фильмов 7 или 8, но вот остальное я категорически смотреть не рекомендую. Это тихий ужас. Ну и стоит смотреть только, если вы любите подобные фильмы. И, ну и впечатлительным особым смотреть не рекомендую. Если посмотреть на дом ближе, то здесь вы увидите материал, похожий на сайдинг. Как это сделано? А это сделано с помощью вот таких вот кирпичиков. Сейчас наведемся. Вот так кирпичик. Вот так сайдинг. Возвращаем фокус на место. Что, собственно, добавить еще об этой самоделке? Здесь вот с первого взгляда и не скажешь, что есть какие-то гениальные решения, новаторские ходы. Здесь я считаю, что главное достоинство этого дома то, что с виду простая форма, да, но за счет отдельных элементов удалось придать самоделке необходимый вид. По крайней мере, я остался доволен, как это получилось и выглядело в кадре. Что я имею в виду? Вот, например, пристройка. В ней есть окно. Сделано не случайно. В сценарии здесь в ночное время это окно должно загадочно светиться. Сейчас я вам покажу, откуда готовилось нападение. Ой, это не из этой серии. Сейчас я вам покажу, как это выглядит.
Вот с помощью простых манипуляций мы получаем вот такую картинку. Да будет свет! Итак, а теперь давайте наконец-то поговорим о крыше. Почему я, собственно, предлагаю сосредоточить внимание на крыше? Думаю, это будет многим полезно, потому что вот лично для меня, в моих предыдущих мультфильмах, всегда была проблема, когда я строил декорации, это вот крыша. Я иногда даже двое суток тратил на то, чтобы построить крышу, потому что, ну, не понимал, как это сделать, и либо делал это как-то сложно. Вот, наконец-то, нашелся метод, и вот теперь крышу можно построить вообще очень быстро, не знаю, мне кажется, минут за 10-15 легко. Давайте рассмотрим как. Итак, легким движением сломанной руки мы отстегиваем крышу от основной части дома. Что мы здесь видим? Мы здесь видим крышу, которая состоит из трех основных элементов. Смотрим. Раз, два и, собственно, элемент три – это основание. Основание сделано на двух пластинах, вот таких вот пластинах, 16 на 16. Собственно говоря, возвращаем конструкцию. Для строительства использованы вот такие вот детали, обычные брики. Давайте сейчас сфокусируемся. Вот обычный брик и скосики длиною 3. Вот такие скосики. Так, давайте вернемся. Собственно говоря, выстраиваем вот такую конструкцию конусной формы. Сверху на вот таких тайликах крепим, ну, поперечную перекладину. И получается у нас вот такая конструкция. С виду все очень просто. Я думаю, повторить это сможет каждый. Давайте взглянем на два других элемента. Они, собственно говоря, одинаковые. Как я уже говорил, это вот такие пластины. С одной стороны пластины мы крепим тайлик платформы от минифигурки. Я думаю, особенно у коллекционеров минифигурок, таких тайликов должно быть много. У меня лично их очень много. Для минифигурки я их не использую, а вот для постройки крыши очень даже хорошо. Собственно, ставим такие тайлики с одной стороны пластины, переворачиваем ее, и что мы здесь видим? А здесь мы, собственно, и видим самые простые брики, из которых сделаны вот такие рельсы. Не знаю, будет вам видно или нет, но надеюсь, будет видно. Моргнете мне левым глазом, если вам не видно вдруг. Я в следующий раз постараюсь исправить. Собственно говоря, делаются такие рельсы с двух сторон, и получается вот такая вот конструкция. Возвращаем назад все. Вот, пожалуйста. И простыми движениями руки. Раз. И два. Вот здесь конструкция получилась не очень ровно, но на самом деле, если постараться, все можно сделать ровнее. Брюки превращаются в брюки. Черт побери, все сломалось. Короче говоря, надо делать все просто не в попыхах,
аккуратно, а когда записываешь обзор, как бы вдвойне получается сложнее сделать аккуратно. Но поверьте мне, все очень легко. Вот. Так. Ну вот, собственно, вот наша крыша. Здесь брик упирается между двумя штырями. Здесь также держится достаточно крепко. Вот. Ну и при необходимости можно дополнительно еще как-то закрепить. Но если вы будете использовать так же, как я, для декораций, то этого будет вполне достаточно. Вот, собственно, и все, что я хотел рассказать про крышу. А на этом будем заканчивать данный ролик. Ставьте лайк, если это видео вам показалось полезным. Также пишите в комментариях, нужно ли снимать подобные ролики на подобные темы в будущем. Можно также под этим видео оставить какие-то интересующие вас вопросы. Возможно, я запишу отдельный ролик с ответами на них, если будет много интересных. Ну, либо в следующем видео такого формата, если оно, конечно, выйдет, на все отвечу. Все, всем спасибо за внимание, всем пока, всем удачи. Привет, друзья! В сегодняшнем... Тьфу ты, твою мать! Заново! Привет, друзья! Приветствую вас на канале Green City Bricks. В сегодняшнем видео вы увидите мою самоделку... Тьфу ты, твою мать!